Карагандинском высшем гуманитарном колледже прошел областной конкурс, посвященный Касыму Аманжолову. Подробнее о мероприятии, организованном в рамках реализации проекта «Смарт-Бала», расскажет наш корреспондент. В конкурсе приняли участие 42 студента колледжа Карагандинской области. Они соревновались по трем направлениям. На первом этапе участвовали 19 претендентов. Одна из них – студентка 4 курса Карагандинского высшего гуманитарного колледжа Бирлик Тулепбек. Она прочитала 10 стихотворений Касыма Аманжолова. В нашем колледже ежегодно проходят соревнования по чтению стихов Касыма Аманжолова. Конкурс проходит по трем направлениям. В этом году я участвую впервые. Выучила 10 стихотворений поэта, хотя можно было ограничиться и 5. Мероприятие организовано руководством учебно-методического центра развития образования Карагандинской области. С каждым годом количество участников увеличивается. Это очень приятно. Мы уверены, что наше будущее в надежных руках. Когда-то Касым Аманжолов верил в нынешнюю молодежь, а мы же убеждаемся в том, что он не ошибался. В числе жюри – отличники образования Республики Казахстан, члены Союза писателей и преподаватели вузов. Победителей и участников наградили дипломами и сертификатами. Нуржан Танербергенов, Арган Абдыкаримов, Нуржан Табриз, телеканал Сарарка.